прекрасную певицу Мари Краймбри, которая сегодня исполнит самые зажигательные песни, которые мы все-все-все очень сильно любим. Программа «Оружие Фьюз» проникает в самые интересные места. Привет! Знаешь, там жопа было видно? Да. Вот она культура. Такая сексуальная. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Birdhouse, и я Рустам Оруджев, и наш замечательный проект Оруджев News. Сегодня у нас проходит мероприятие, которое посвящено день рождению Z-Top'а. И в честь этого замечательного праздника приехала к нам Мари Краймбрери. Мы ждем еще немножко до ее выступления. Готовимся, настраиваемся, с вами Birdhouse и Оруджев News. Ты начал говорить правильно, Birdhouse. Народ потихонечку собирается, набивается, мы сегодня будем танцевать и отрываться. Пойдем пообщаемся со зрителями, пошли. Собрались девчонки, собрались ребятки, которые просто наслаждаются, готовы взорвать этот танцпол. Нормально. Поговорим, привет. Конечно, привет, меня Саша зовут, это Ксюша. Меня Ксюша. Скажи, пожалуйста, что объединяет всех нижегородских девушек? Красота. У нас очень красивые девушки в городе. Мы нашли сегодня классных, красивых девчонок. Девушки, привет! Поговорим? Ну давай, давай, поговори со мной. Привет. Понимаешь, там зубы было видно? Давай. Самая любимая песня? Океан. Будешь танцевать под нее? Да. Как? Вот так. Молодец. Ну вот они, заряжены позитивом девчонки, которые любят Мари Краймбрери. Но я думаю, что не только девушки слушают ее и внимают. Даже я впечатлился. Привет, моя хорошая. Почему ты так оделась? Как я оделась? Ну, очень сексуально. Я ангел. Самый красивый необыкновенный ангел, который я сегодня встретил. Ну что, пойдем. Здорово, пацаны. Йоу. Это ребята, которые делают отличную нашу работу, знают, как это происходит, и радуют светом наши глаза. Смотри, а сегодня парни пришли, людей-то много, погляди. Я думал, только девчонки придут, пойдем. Танцуем. А что делать-то? Пойдем-ка, смотри, какая красивая, покажи девчонок. Потанцуй, потанцуй. Давай. Молодец, красивая. Ну, оделась, конечно, да. Пойдем. Такая красивая. Благодарю. Ну, посмотри, какие они красивые. Пришли к нам, собрались. Вау. Я нормально смотрю с ней. Любимая песня Краймбрери. Океан. Как под нее танцуют? Молодец. Это, я не знаю, самый суровый охранник в мире, но они такие красивые. Ну что ж, а мы находимся в центре танцпола, в самом горячем месте нашего замечательного клуба «Z-Top». Ох, какой у нее полувечерний наряд. Где такие штучки купила? Секрет. Секрет? Ну что, пройдемся вам, дорогие мои друзья. Мы продолжаем день рождения «Z-Top». Скоро приедет Мари Краймбрери, и ждем ее выступления, ждем ее концерт. Осторожней, осторожней, ты что? Ну давай поговори со мной, поговори со мной. Ну станцуй. Станцуй со мной. Вот они, яркие наши маленькие звездочки, как зажигают. Уже вот так надо. А можно я с ними? Три, два, раз, поехали! Самый замечательный охранник, который здесь есть. Привет, девчонки, как дела? Какими судьбами? А вы знаете, что сегодня концерт выступления Мари Краймбрери? Да, мы случайно узнали. Самая любимая песня. Отлично. Да, самая любимая. У нее все просто. Просто супер. Молодцы. Нет, ну ты видел, как она была одета? Прекрасная певица Мари Краймбрери, которая сегодня исполнит самые зажигательные песни, которые мы все-все-все очень сильно любим. Программа «Оружие Фьюз» проникает в самые интересные места, в
самые необыкновенные, конечно же. На Мари Краймбрери? Да. Самая любимая песня? Амор. Амор? Как под нее танцуют? Самый покажи. Самый ну давай медленно. Ну вот так. Как зовут тебя? Настя. Настя, почему такая красивая? Не знаю. Ну как не знаю, вот если песни у Мари Краймбрери красивые, они красивые, а ты почему красивая? А так получилось, что я не фанатка Мэри. Но красивая, да? Я из другого поколения немножечко. Твоя самая любимая мороженое любишь? А медленные танцы? Еще больше. Танцуй для нас. Поехали. Нет, ну надо же, а. Пойдем? Будет она со мной знакомиться, как думаешь? Я рискну. Привет, поговори со мной. Как зовут тебя? Юля. На Мари Краймбрери пришла? Да, вот ждем, не дождемся, где она уже? Такая сексуальная. Двигаемся дальше, приветик. Как дела? Надо, да? Ладно, пойдем дальше. Садеков. Оружие. Как дела? Аллаха шагирам мяшеш. Ну что, Мари Краймбрери? По-моему, Аллегрова. Рустам Садеков. До скорой встречи, салблагайс. Оружев Рустам. Люблю. А на сцене Рустам Садеков. Тезка. Мой татарский брат. Ну покажи-ка его. Вот он, Рустамчик. Вот она, культура. Культура потребления музыки. Вау. Культура потребления музыки и искусства здесь, только здесь, в ночном клубе. Everybody, go! И поехали! Нет, ну ты посмотри, как они оделись. Ничего вроде, да? Но не улыбается. Это о чем-то говорит. А говорит о том, что они ждут Мари Краймбери. И вот он наступает, этот настоящий кульминационный момент, которого все ждали. Еще немножко до выступления Марии Краймбрери и вместе с вами. Поехали. Еще движение зажигаем. Раз, два, три, четыре. Привет, дорогие друзья! Подписываемся на канал. С вами Bird House и Arujev News. И наш праздник подходит к своему завершению. Мы поздравляем это замечательное место, клуб The Top. С днем рождения тебя! Ты открываешь нам двери в нашу глубокую радость. Мари Краймбери прекрасно выступила. Все поклонники ее передают ей огромнейший поцелуй. С днем рождения тебя, клуб The Top. Мы тебя любим. Нижний Новгород, добрый! Как вас сегодня много, и как же это классно, что вы такие громкие. Смотрите, у нас с вами сегодня очень короткая ночь и, к сожалению, не сольный концерт. Сразу первые ряды вот все, у меня второй подбородок. Вот чем вы еще будете снимать, тем больше ваших видосиков покажется у меня в репостах. Договорились? Договорились. Уважаемые мужчины, я искренне прошу прощения, потому что очень мало песен сегодня будет посвященных тому, какие вы прекрасные. И начну я, конечно же, с женщин, у которых есть бывшие. А у их бывшего появилась новая женщина, она автоматически становится стрёмной. И поэтому она тебе не идет.